Скажите, пожалуйста, как можно отметить конец света? Дело в том, что сюжет мы снимаем 21 декабря 2012 года. Это конец света, что ли? Ну, для меня сегодня конец света наступил, когда Максим в минус 27 с первого пинка завел газель. Я же машину ночью не глушу. Вот. Конец света для нас наступит чуть позже, когда мы на этой газели будем переезжать. Но по дороге мы заехали сюда, в Автовосток, на проспект Ленина, 133, для того, чтобы вас подивить одной штучкой. А какая штучка? Для этого мы зайдем вовнутрь. Вы ждете надоедшие полки? Будут, но не в полках суть. Вот как, к примеру, можно рассказать о ассортименте? А мы его продемонстрируем вам необычным способом. Ну, ничего тут на меня не посмотрите, что я не нахожусь за рулем автомобиля. Точнее, я нахожусь в автомобиле, собранном из запасных частей. Автомобиль собран из запасных частей в магазине «АвтоВосток». Мы могли бы вам долго показывать эти вот бесконечные полки, но сейчас вы видите, что ассортимент-то вот он. Можно из капота, дверей, крыши, вот, фар, решеток, бамперов, крыльев собрать полностью автомобиль. Не обязательно это Daewoo Nexia. Любую машину, сделанную в Корее, вам здесь так соберут. Как вам такой наш интерактивный подход к продвижению рекламы, о эффективности которой я посмотрю на своем канале YouTube? Это наше хобби — переплюнуть мировых конкурентов. Да потому что провинциальных уже нет. Да и походу не будет. «АвтоВосток» легко так опустил высокое самомнение же других продавцов запасных частей. Так собрать автомобиль из кузовнины в наличии в действительности не сможет никто. В прошлый раз мы обсудили, я попросил вас это сделать. Мой креативный подход предполагал немножко другое. Я думал, что будет все лежать вокруг меня, и пространство будет занято большое. Вы собрали машину. Я так понимаю, что это совсем легко? Это очень легко. Мы можем собрать на примере выставили Nexia, Daewoo Nexia. Позволило бы пространство, могли бы собрать и Matiz, такие как из Hyundai Sonata, Spectra, Kia Spectra. То есть большое количество автомобилей. Все это у нас есть в наличии. Если даже чего-то не хватает или что-то закончилось, привезем в максимально короткие сроки и по привлекательной цене. Таким образом, мы хотели доказать то, что у нас много запчастей, что касается не только внутренности двигателей, но и кузовщины снаружи. Давайте еще раз намекнем, что кузовщина, понятно, а в двигатель вообще без вопросов. Двигатель вообще без вопросов. Могли бы собрать здесь на месте двигатель. Тот человек, который держит сейчас камеру, просто удивился еще и тому фактору, что здесь у вас тормозные колодки, тормозные диски по ценам в 2 раза, а может быть и в 3, а может быть и в 4 раза дешевле, чем это все продается у официальных дилеров. Если не в 5. Тормозные колодки у нас есть абсолютно на все автомобили. Также диски, тормозные датчики и все, что касается тормозной системы в общем. Начиная от Audi, кончая Volkswagen и тому подобное. А мы полазили и подтвердили. У нас почти коммунизм, что ли? Нет, конечно, не бесплатно, но за колодками и дисками лезть в интернет-то и не надо. Конечно, надо понимать, что гоняться за эксклюзивом не стоит. Машина должна перемещать вас и ваш груз с комфортом из точки А в пункт Б. А это легко делают корейцы, которые, как и все, будут ломаться и биться, но которые уже сейчас с «АвтоВостоком» отремонтировать дешевле ВАЗика. My dear friends from Top Gear, please watch my film when I'm in minus 28. Do this. Это я для Top Gear. У Top Gear таких сюжетов не получается. У них там тепло, знаете ли. Они иногда только туда, где похолоднее, выезжают. Крайне редко. А у нас такая работа. Минус 28, пиковая котельная. Теплый воздух поднимается еще только на высоту пиковой котельной. То есть, ну, 70 метров, все. Вот. Но это ничего. Потому что в «АвтоВостоке» здесь, на Ленина 133, мы сегодня действительно подивились. Ребята устроили нам праздник. Вы это сможете еще некоторое время посмотреть, а может быть и нет. Но с другой стороны, можно же всегда залезть на YouTube. Пусть это будет год 2013, 2014, 2015. Люди развиваются. Развивают даже в это состояние непонятное. Новые торговые точки. И все у них получается. Чему мы искренне радуемся.